Ох, и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет. Красота, как будто рай. Вот таким бывает май. Настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает. Вот таким бывает май. Ты его не прозевай. 12 мая, день 9 мучеников, назван в честь памяти святых 9 мучеников в Кизике пострадавших во время гонения на веру христианскую, 9 святых мучеников, доблестных мужей, твердых во святой вере и горевших ревностью о Господе, смело проповедовали свое учение. Имена их следующие: Феогний, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодор, Фаумасий и Филимон. Были схвачены, подвергнуты различным мукам, но не отреклись. За это были обезглавлены. Наши предки верили, что в этот день заговоры обладают наибольшей силой. Поэтому этот день считался днем целителей и исцеления. Лечение заключалось в применении трав, заговоров и молитв. Согласно легенде, перед тем, как создать человека, Бог его нарисовал на песке. Появился дьявол и проделал в рисунке 77 дырок в виде ран. Бог сказал нечистому, что создаст 11 целебных трав от этих 77 ран. Согласно народным верованиям, человек может заболеть 77 болезнями, но для каждой из них найдется своя травка, из которой можно приготовить лечебное средство. Важно собрать растения во время их наивысшей целебной силы. И сегодняшний день был именно таким. День сбора трав и приготовления из них снадобий. Для исцеления больных людей сегодня обращаются также к 9 мученикам и просят их. Например, знахари отправлялись к больным и нашептывали им имена мучеников. Это гарантировало поддержку святых и выздоровление. Также считали их толкователями снов и избавителями от оспы. Интересно также, если человек рожден в этот день, то ему предстоит пройти 9 разнообразных испытаний. В это время начинали лечить людей, пораженных весенними лихорадками, чтобы болезни не осушили человеческую кровь, не ходили по жилам, не вызывали опухоли, не воротили суставов и не ломили костей. В народе говорили, что сегодняшние обряды проводят для того, чтобы был крестьянин от воды бел да светел, а от земли чист. Приметы. Звездное небо сегодня ночью предвещает богатый урожай. Если появилось много майских жуков, это к засухе. Людмила Хаппи на 3 мая написала: «Хороший стишок, спасибо». Опять-таки, для того, чтобы написать стихотворение, я бы не сказал, что надо себя заставить, но в любом случае надо, вот как я сейчас сижу, надо сесть и немножечко подумать, чем вас, допустим, затронул май. Май весельчак, в белый цвет разоделся, пахнет, чарует и чем-то манит. Видите, вот какие строки родились у меня. Вот, и смотря как их прочитать уже будет. То есть сесть и немножечко подумать, что, чё, как, какие слова, какие фразы. Как их, как бы сказать, вот есть такая интересная вещь, я заметил у себя. Это у каждого человека, я думаю, проявляется. Вот что, вот нечто такое творческое через вас прорывается. Ну, если это касается там стихотворной формы. И просто-напросто вот это надо облечь в слова. И вот, когда вы в таком потоке находитесь интересном, то вот эти вот как-то слова потихонечку сами там подбираются, слаживаются, фразы рифмуются, и получается стихотворение. И, как правило, вот в зависимости от того, в каком вы находитесь расположению духа, вот в каком в этом, вот такой и посыл стихотворный идет. И поэтому получается, что вот хорош стишок. И вот это вот умение в себе можно, будем говорить, взращивать, развивать и давать. И я стараюсь для каждого месяца сочинить новый стишок. Ну, думаю, если бы так все отбросить, можно было бы сочинять для каждого дня свой собственный стишок. То есть, как только ты начинаешь в этом направлении работать, вот, как бы сказать, вот эти небесные хляби открываются, и ты начинаешь вот это вот получать все больше и больше доступ к вот такого рода интересной информации, красивой, нужной, которая оздоравливает. Это ж не просто там какое-то стихотворение, а это и слова так подобраны, и посыл так подобран, и общее направление на то, чтобы вот... сделать атмосферу лучше. О, аж я сейчас завелся. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте МалаховПро. Доброго здоровья и до новых встреч!